Только помня о прошлом, можно построить будущее. А тех, кто хранит память о минувших днях, мы расскажем в нашей передаче. Оренбург 19 века в научных трудах иностранных гостей. Какие городские и семейные тайны хранит Оренбургский государственный архив? Это жалованная грамота царя Алексея Михайловича, выданная помещику Миките Чемодурову на поместную землю. Длина данного документа порядка 3 метра и датируется он июлем 1668 года. Любовь к городу, переданная по наследству. Краевед Галина Матвиевская и ее новая книга. Не пропустите следующий выпуск программы «Мой город Оренбург» на телеканале ЮТВ 30 октября в 21:20.